Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алер Блэк, сегодня мы играем на Amazing Online на сервере Yellow, и да, я прикупил себе коттеджик, поэтому все новые серии будут начинаться именно в этом гараже. Но речь сегодня не об этом, сегодня мы с вами будем обозревать Mazda RX-7, которая снималась в тройном форсаже. Эту машину добавили осенью прошлого года, и вот целый год я за ней охотился, ну так бывает. Поэтому, пацаки, сегодня мы с вами по классике будем замерять ее разгон, ее максималку, как она рулится, посмотрим, что у нее по ценникам. Поэтому присаживайтесь поудобней. Мы начинаем. Ну и хочется по классике начать с внешнего вида. Эта машина представлена именно в том обвесе, в котором она была в фильме «Тройной форсаж». Это тачка Хана, одного из главных героев. И здесь в Амазинге этот обвес идет уже вместе с машиной. Вы можете эту тачку выбить только с контов, по-другому никак. И выпадает она там очень редко. Поэтому мне и понадобилось очень много времени, чтобы купить эту машину. Этот цвет я уже сам на нее поставил. А так в целом больше здесь ничего не трогал. Вот такой вот у нее старенький салончик. Но неудивительно, машина там начала 90-х годов, реально очень старая тачка. Когда ее начинали производить, еще даже меня не было в проекте. Поэтому давайте перейдем к карпасу. Модель авто Mazda RX-7 Wheelside Fortuner. Так называется машина в Амазинге. Что же означает Wheelside и еще и Fortuner? Wheelside — это тюнинг-ателье японское, которое и делало весь этот тюнинг. Fortuner — это название самого тюнинг-комплекта на эту машину. Улучшение двигателя Stage 1, ничего больше не установлено, целка 92, ГОСКа 25 миллионов рублей эта машина стоит по ГОСКе. Я ее купил как раз таки по ГОСКе. Это очень удивительно, и это прям успех. Количество владельцев 2, больше сказать здесь нечего. Ну чё, пацаки, хватит болтать, давайте уже на ней прокатимся, аккуратненько выезжаем, и эта тачка очень дрифтовая. Итак, вылетаем с поворота. Ну а пока мы с вами вылетаем с поворота, дорогие друзья, я вам предлагаю скачать по ссылке в описании лаунчер Амазинга и зарегать своего персонажа на любом из 5 серверов. Ввести мой промокод Далер и получить за это до 300 тысяч рублей. Поэтому дерзайте, если еще не играете в Амазе. Ну а мы с вами вот так вот дрифтим по трассе, и получается действительно очень дорого. Даже неплохо. Машина в плане дрифта, вот здесь, конечно, молодцы разработчики. Здесь сделали все сбалансировано. Она и едет, когда надо, она и дрифтит, когда надо. Мне это очень нравится. Дрифт здесь, слава богу, управляем. Ну и самое главное, пацаки, что мне здесь очень сильно нравится, это то, что машина эксклюзивная. Она вот действительно по праву эксклюзивная, потому что она выпадает очень редко. Ну, очень редко она выпадает, эта машина. Всякие Широны, Кибертраки, Q8, они выпадают намного чаще, чем вот эта машина. Поэтому, в принципе, если вы обладатель данной тачки, радуйтесь. Сейчас мы с вами будем замерять ее максимальную скорость и посмотрим на ее разгон. У меня по классике под рукой находится секундомер. Вы на экране будете сейчас видеть самое точное время. Поэтому на счет 3. Раз, два, погнали. С места, как вы можете заметить, она едет более-менее, но опять же буксует. Стоп. Это 5 с чем-то секунд, дорогие друзья. Опять же, если рассматривать ее разгон, разгон здесь великолеп. 254 км в час ее максималка на первом стейдже. Из чипа она ехала вчера 220. Представляю, как эта машина будет ехать на нитро. Я думаю, что на нитро она будет просто лететь. Ну а теперь, пацаки, я вам предлагаю отправиться в тюнинг-ателье. Посмотрим, что у нее там по цене. Итак, пацаки, залетели с вами в тюнинг-ателье. Давайте посмотрим копейки. 575 тысяч рублей, учитывая, что ГОСКа здесь 25 лямов. Так, чип у нас стоит, сигналка 2 миллиона 300 тысяч рублей. Антирадар 2 миллиона 875 тысяч рублей. И топливный бак 5 миллионов 750 тысяч рублей. Подумаешь, какие-то 5 миллионов 750 стоит отдать за 38 литров бак. Идем далее, и у нас здесь двойная покраска кузова. Кузов у меня стоит вот такой, можно установить какой угодно. В черном цвете абсолютно не то пальто, не та машина, на которую черный цвет нужно ставить. Здесь должны быть установлены какие-то яркие цвета. Вот такой, вот такой, вот такой. Ну, даже вот такой сюда подойдет, но только не черный. В сером цвете машина выглядит великолепно. Поэтому тут, конечно, все зависит уже от вашей фантазии. Идем далее, и вот самое интересное — это диски. Стоковые диски выглядят следующим образом. В принципе, как в оригинале, только матовые, какие-то серые. Это ужас. Дайте возможность красить стоковый диск. Ну и самые дорогие диски сюда стоят 1 миллион 46 тысяч 500 рублей.
Поэтому идем далее, и у нас фары. Фары самые дорогие, 1 851 000 рублей. Опять же, очень дорого. Клиренс нам недоступен, но это не удивительно, потому что здесь обвес. И обвес здесь своеобразный, пацки. Если мы будем с вами юзать занижение, вот здесь колеса будут выпирать, так как они очень широкие. Поэтому клиренс на этой тачке логично недоступен. Развал здесь работает, и он обойдется нам в 2 875 000 рублей только на передние колеса. Еще столько же на задние. Очень-очень много. В принципе, на эту машину больше устанавливать нечего. Поэтому, пацики, предлагаю сейчас отправиться на последнее испытание. И это испытание управления. Погнали! Ну чё, пацики, прибыли с вами на наше нужное место, где сейчас будем испытывать управление этой тачки. У нас по классике есть точка А и есть точка Б. Нужно добраться до этой точки максимально быстро и невредимо. У меня под рукой находится секундомер. Вы на экране будете видеть самое точное время. Поэтому на счет 3, 1, 2, погнали. Здесь придется сейчас попотеть, потому что это дрифт. Здесь оправданный дрифт. Потому что такая история у машины, ничего с этим не поделаешь. И она, конечно, очень часто вылетает. Но вторых попыток никаких не будет. Вот честно, просто с вами проедем сейчас, попробуем, по крайней мере, эту трассу. Да, дрифтер из меня, конечно, так себе. Но, тем не менее, за 30 секунд, дорогие друзья, мы с вами на этой машине преодолели эту трассу. И это самый худший показатель за всю историю моих съемок на этой трассе. Реально, 30 секунд с лишним не было ни у одной машины. Впервые машина едет 30 секунд, и по-другому не получится. Я могу хоть 100 миллиардов попыток здесь предпринять, но эта машина всегда будет приезжать за 30 секунд. И ничего с этим не сделать. Потому что эта машина не про скорость, эта машина не про какие-то там угонялого от мусора. Это немножко другая тема. Это дрифт, пацаки. Я надеюсь, что когда-нибудь в Амазинг все-таки завезут полноценную трассу с отдельным миром, где можно будет дрифтить, чтобы были многоуровневые какие-то трассы. Вот тогда мы с вами по достоинству оценим эту тачку. Ну а пока что на данный момент, вот прям, чтобы у меня душа так рвалась на ней дрифтить, ну такого нет. Поэтому тачка для любителей, пацаки. Тачка интересная. Самое главное, она эксклюзивная. Таких машин по пальцам просто пересчитать, ну, на нашем сервере, по крайней мере, точно. У меня же на этом все, дорогие друзья. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные ролики с интересными машинами. Пишите в комментарии, что я могу для вас обозреть в следующем. У меня же на этом все. Всем спасибо за просмотр. Удачи!